Добрый день, друзья! С вами канал Easy Cash. И хочу вашему вниманию представить очередной обзор по классному проекту. Это немецкий проект, который называется JuggleNet. JuggleNet – это социальная рекламная сеть, которая дает нам возможность зарабатывать евро. На просмотре рекламы, на просмотре видео, на постах и лайках. Ну а также на выполнение заданий и привлечение рефералов. Так что представляю вам этот проект. Сейчас покажу, как здесь правильно зарегистрироваться. Прокрутите вниз, нажмете кнопочку «Присоединиться». Ну и заполните все поля. Не заходите через Facebook. Зайдете через Facebook, подпадете под какого-нибудь немецкого партнера. Ну и как вы будете ему задавать вопросы? На немецком языке, то есть все равно Google переводчик переводит непонятно. То есть напишите ему что-нибудь, как тут работать, как тут что. И ни он вас не поймет, ни вы его не поймете. Ну, заполните все поля, имя, фамилия, электронная почта. Пароль, подтвердить пароль. Вот в этой колоночке нажмете, если вы мужчина, то на «мэ» слово. Если вы женщина, то нижнюю строчку. Ну, тут у вас автоматом высветится либо Российская Федерация, либо еще что-нибудь другое. Ну, и пройдете капчу и нажмете «отослать». Вот уже не помню, придет ли письмо на почту, чтобы подтвердить. Однако придет, потому что надо будет тут подтверждение делать не только по имейлу, тут надо будет подтверждение делать и по телефону. Ну и потом уже, когда уже заработаем здесь, надо будет сделать верификацию документов. Я уже здесь зарегистрировался, зайду в свой кабинет, и маленько мы здесь по нему посмотрим по кабинету. То есть вот у меня уже на балансе 103 монеты. Этих называются они Juggle. Эквивалент монеты. То есть 100 монет это 1 евро. 1000 монет это... ошибаюсь. То есть 1000 монет это 50 евро. То есть у меня уже 5 евро получается. Тут можно будет просматривать видео, но так как для жителей Российской Федерации это недоступно, ну может не для всех, конечно, не знаю, как у кого будет открываться, то есть за каждый просмотр видео будете получать 0,10 юглов. Видео очень тут много, то есть просмотреть жители Российской Федерации не могут, не знаю как остальные, то есть я не могу, вот с кем я общаюсь, с моими партнерами, с друзьями, никто не может посмотреть видео. Может кто-нибудь из вас может. Также здесь можно будет просматривать рекламу, за вам за нее будут оплачивать. Вот за эту рекламу будут оплачивать 1 югл. То есть бывает здесь, вот у меня сегодня было 5 юглов. То есть оплата тут по-разному идет. То есть это все зависит от рекламодателя. То есть он может поставить и там 10 юглов, и 0,5 юглов. Ну, то есть вот так вот. Дальше с вами нам надо будет зайти в профиль свой и редактировать профиль. Сюда поставите либо свою аватарку, либо реальную свою фотографию. Потому что все-таки это социальная сеть. Не только сайт по заработку. Без вложения, как сразу же я вам говорю. Хотя тут будет вложение, но до него мы еще не дошли. И об этом еще рано говорить. Сюда фотографию внесете. В данных вы редактируете их. Ну, пропишите имя, фамилию. Это у вас заранее. Тут можно ник прописать свой. Так. Тут компанию можете свою, если у вас есть телефон.
Ну и указать свои данные, то есть дата рождения, то есть даже, наверное, желательно это указать и указать все правильно, потому что потом нам понадобится верификация личности. Также можете указать здесь свои сведения, PayPal и банковские реквизиты. То есть вывод отсюда возможен на PayPal и на банковские реквизиты. Но лучше всего, я думаю, надо выводить на банковские реквизиты, потому что PayPal в России, не знаю, как с долларами, ой, с еврами, ну, наверное, тоже будет работать. То есть вам сначала на PayPal надо будет, потом на банк. То есть лучше сразу же на банк выводить, на банковские реквизиты. И у каждого есть в банке свой кошелек, карта. То есть у карты есть по-любому какие-нибудь реквизиты. То есть можно туда выводить. Так, ну тут установите, кто вы, мужчина или женщина. Ну, можно, кстати, сюда еще фотографии добавлять, если хотите. Так, вот видите, у меня членство написано «Стандарт». Сейчас я вам тут маленько покажу. Сделать апгрейд. Вот видите, есть платное членство. То есть я поставил себе пока бесплатное членство. Я, в принципе, все получаю так же, как здесь, но чуть процент поменьше по заработку. Потом стандартный пакет дает... То есть максимум могу сюда пригласить 50 своих друзей, ну, пользователей, которые зайдут по моей реферальной ссылке, которая будет, опять же, под видео. Но пока я не хочу ничего подключать. То есть я сначала здесь заработаю, а потом уже подключу себе какой-нибудь из этих тарифов. Ну, наверное, премиум плюс все-таки подключу, потому что смотрю, в основном многие подключают его. Так. Дальше. Когда перейдете по моей реферальной ссылке, зарегистрируйтесь по моей реферальной ссылке, то добавите меня, друзья, я вас тоже добавлю и начнем с вами работать. Я вам помогу, если вам будет что-нибудь непонятное видео, хотя я здесь сейчас покажу, как тут репостить, делать репосты и ставить лайки. Так, что еще-то, что еще? Кстати, когда вы сюда все-таки зайдете, зарегистрируетесь, еще же опять мой профиль, здесь надо будет подтвердить вам номер телефона. Вот здесь вот будет такая галочка стоять, подтвердить телефон. То есть сразу вам скажу, если у вас Теле 2, Билайн, МТС, код подтверждения придет моментально. То есть у моего одного товарища мегафон, ему вообще до сих пор не пришел. То есть мы сейчас пытаемся сделать это, чтобы подтвердить его все-таки телефон. Но если не получится, ну, будем использовать, искать какой-нибудь другой номер телефона и подтверждать. Так, дальше. Хочу вам показать, как тут еще можно зарабатывать. То есть просматривать рекламу. То есть у вас будут тут высвечиваться, допустим, циферки, ну, то есть будет появляться реклама. Вот заходите сюда, купить, продать, указать интересы. Вот здесь будут тоже циферки какие-нибудь сверху. То есть читать рекламные объявления. Заходите в рекламные объявления, я уже эти все просмотрел, то есть за них уже получил оплату. Чтобы получить оплату по ним, не нажимайте на фотографию. Не нажимаете вот сюда аукцион или без возможности покупки. Нажимаете на слова. Тогда вы получите джуглы. Потому что я уже пробовал и на фотографию нажимал, и сюда оплата не шла. То есть второй раз я уже это объявление просмотреть не мог. Нажимайте обязательно вот эти, ну, синие буковки. По ним проходите. Так, самое главное, покажу, на чем тут надо будет зарабатывать. Заходим в вкладочку форум, надо будет создать свой репост, либо какую-нибудь фотографию и под ней написать какой-нибудь текст, либо выложить видео сюда и опять же прописать текст. Я уже подготовил фотографию,
Сейчас я ее сюда вставлю и сделаю репост. И покажу, что потом надо будет делать. Так, сейчас я найду то, что я хотел сюда вставить. Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Что-то там маленькое я потерял. Ту фотографию, которую я сюда хотел вставить. Ага, все нашел, вот. Хочу маленько оставить здесь репост биржи Binance. Вставляю вот так вот фотографию, беру новости по бирже Binance, вот отсюда, копирую и вставляю вот сюда. Кстати, сразу же проверяйте, когда вот так вставляете, чтобы под низом не было каких-нибудь, ну, ссылок, потому что компания не любит, когда под видео оставляют какие-нибудь ссылки, за это будут банить. Тут для этого есть тут рекламный хостинг, через который вы можете рекламировать свои что-нибудь сайты, проекты, то есть без разницы. Я поначалу тоже пробовал, маленько вам расскажу по секрету, ссылочки сюда вставлять. Ну и ругается компания, пишет о том, чтобы, ну, не надо так делать. То есть на первый раз как бы прощают, а потом будут блокировать. Ну и нажимаем кнопочку «Отослать». Ставим везде вот здесь галочки и выбираем тему. То есть тема Binance, Binance криптовалюта. Выбираю тут криптовалюту и блокчейн. Ну и нажимаю «Отослать». Все, мой репост отослан. Так, раз в сутки вы можете делать репосты. Что вам дальше делать? То есть вам дальше, в принципе, делать сильно ничего не надо. То есть на следующий день желательно, короче, закидывать репосты по вечерам. Закинули репосты вечером, зашли на следующий день, примерно перед тем временем, когда вы делали репост, за час, и будет под вашим видео, сейчас я вам покажу, вот перейду я на свои репосты, вот это, который я вам сейчас закинул, а вот мой прошлый репост. Под ним будут вот лайки ставить люди, дизлайки. То есть вам надо будет на следующий день зайти вечером за час и проделать вот такую функцию. Нажимаем на глазик, и люди, вот которые меня пролайкали, также пролайкать их репосты. То есть нажимаем на их фамилию или аватарку, нажимаем на последнее вот это слово. Тоже, кстати, человек про криптовалюту выставляет репосты. Ну и нажимаем вот так вот лайкнуть. Все, я отдал свой голос. Чем больше голосов под вашими репостами, тем больше вы будете зарабатывать денег. И сразу же можете приглашать сюда друзей своих. Во-первых, давая им реферальные ссылки. Кстати, по секрету скажу, за каждого привлеченного друга реферала, после того, как он подтвердит номер телефона, ну а это, я вам скажу, обязательно, вы получите 100 монет. Вот здесь, видите, два слова. То есть будет одно, вы можете нажать его и пригласить этого товарища. То есть, ну, между ним будете делать лайки. То есть репостить друг друга. То есть вот так заходите на следующий день, пролайкали всех, кто под вашим видео лайки поставил. Ну и можете, кстати, добавить себе еще, и не обязательно оттуда взять, привлечь друзей. Также вот видите, вот репостик этого, ну то есть этого товарища у меня нету ни в друзьях никого. Можете его также лайкнуть, и он на следующий, то есть зайдет, также лайкнет вас, и может вы друг другу будете каждый день лайки ставить и добавитесь в друзья. То есть у меня уже на данный момент здесь, сейчас я вам скажу,
То есть я тут где-то всего, ну, дней 10, и вот уже, видите, 100 монет заработал. У меня уже контактов 47, то есть я уже тут, ну, как бы, друзей сюда пригласил, и вот также подружился с людьми, они заходят меня, лайкают, я захожу их лайково. Ну, в принципе, все вам объяснил. Если будут какие-то вопросы, пишите под видео, ставьте опять же лайки. Ссылочка на видео будет, ну, как всегда, внизу. Ну и, друзья, подписывайтесь на канал, заходите в социальную сеть, будем работать вместе. То есть не сидите, не мните попу, не смотрите видосы, как говорится, просто под беспонту. А заходите, регистрируйтесь и также приглашайте сюда друзей. Чем больше наша будет соцсеть, то есть не наша, а немецкая соцсеть развиваться и ваша компания, тем больше мы будем зарабатывать здесь. Ну и все, наверное, над этим, друзья. Пишите, что вы хотели еще узнать об этом сайте. Ну и до свидания. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До свидания.